начинаем смотреть постройки Ярика. Давай. Ну, это, наверное, постройка такая. Ну, это просто для догонялок. Ой. Просто для догонялок. Локация школа. Ну, давай поиграем. Тут типа догонялки. Один бегает с мячом, другой прячется. Типа Балди? Где-то я слышал про Балди, но я нигде не видел Балди. А что надо делать? Ну, просто прячься. И а ты этот костюм типа оденешь, да? Не-не, с костюмом это будет трудновато. Чуть-чуть. Не, давай костюмом, так интереснее. Он не поместится даже в дверь, поэтому... А, ну ладно, пошли тогда. А что надо делать-то? А просто убегай. А я... И вруби ПВП, пожалуйста. Вруби ПВП и просто прячься. Тут почти везде все прозрачное. Где цвет отличается, туда можешь заходить. Ну, или даже там, где он не отличается, можешь заходить. Короче, мне просто бежать отсюда, да? Ну, не сбежать просто там. Там почти просто... Куда хочешь, туда и беги. Тут может быть прозрачно. Давай тогда... Ты ПВП врубил, я тоже врубаю. А, почему я убегаю? Ну, ладно. Ну, хочешь, ты можешь тоже догонять. Ну, похоже немного на школу. Вроде как. Давай тогда я первая, потом ты меня будешь догонять. Ну давай. Куда это я убежал? Ты начал? Да, я уже ищу. Чтобы там был секретный паркур. И тот, кто догоняет, должен обязательно от первого лица. А тот, кто прячется, может от какого? Потому что третье лицо... Ну, или а бывает только еще. Первое и третье. Второго не бывает же. Так, я слышал двери. Блин, ты куда? Я там прятался. Нет, там сейчас будет паркур, и ты меня не сможешь догнать. Там паркур невидимый. Там наугад надо прыгать. Ой-ой-ой. Там... Ага. Это плохо. Не, ну я живой. Тут впереди, куда ты только что пробежал, там впереди прозрачная стенка. Ой-ой-ой. Блин, думал, птицу. Как ты выжил? Я живой, ты меня даже не поцарапал. Я когда бегу, я так же сам делаю, блин. Я точно так же делаю, когда я бегу, так же. Чё, я нечаянно дверь закрыл. Блин, а паркур-то бесполезный был. Хотя можно на дерево попробовать запрыгнуть. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А я в любом случае проиграю, потому что ты меня когда-нибудь ты догонишь. Ой-ой-ой. Блин, там вниз же можно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я на елку сейчас запрыгну. Там же стенка оранжевая, там можно пройти. Я понял. Ой, не получилось немного. А, ты меня хочешь что пик завести, я знаю. Ой. Давай. Я в яму упал, блин. Что за яма? Я не знаю, где я. Там же прозрачно. Давай, на стульчик садись. Там в доску можно зайти. В доску можно было зайти. Блин. О, давай теперь... Ну, что сказать, я карту не знаю. Как будто яму провалился. Ну ладно. Теперь я тебя буду рубить. Давай. Где прячься, 10 секунд. Где? Да давай уже сразу догоняй. Давай, догоняю тебя. Тут же, где цвет или материал отличается, туда можно зайти. Ты куда, блин, зашел? Какую дырку? Я вперед этого зашел. А ты направо? Там цвет отличался. Ай! Ты проиграл. Быстрее, чем я. Я только начал, а ты меня уже убил. Ну ты зашел в тупик, что поделать. Там тупик. Блин, надо было оставаться в том месте. Не, ну ты куда-то вообще залез вот сюда. За стенку, через белую как-то. Будем еще раз или пойдем смотреть на так, другую? Тут еще что-то рядышком вроде. Будем еще раз? Ну или давай тебе второй шанс дам. Начали. Давай. Беги. Ну все, давай. Теперь я буду играть серьезно. А, играй серьезно. Блин, куда идти? Куда я попал? Ой, а ты че? Ты как? Это ты... Мы вообще где пробегаем? Ай, да ешь. Все, проиграл. Уже второй раз. Все, можем дальше идти. А не, тебе меня делал? Не обхитрить. Аж в лабиринтах. Хорошо, давай дальше. Так. Дальше что? Ой-ой, наверное, интеляция. Так, хотел бы тебе показать вот эту вот крутую постройку. Детран копия. Это ты вроде выпускал видео уже с Детраном. Ты тогда заходи, смотри вниз. Тут постройка очень высоко, падать будет долго, будешь падать. Ну все, в принципе, можешь уже начинать. А что, в чем мне делать? Ну просто проходи. Я падаю долго. Очень долго. Блин, я сейчас лепешку сам нет. Ну ладно. Давай тогда я снизу тут уже. Блин, меня. Я сквозь траву пролетел бездну. У меня такое очень часто бывает, когда падаю хоть с одного метра. Зачем ты так сделал, так высоко? Тут стекло тонированное, с одного места видно, с другого. Это типа паркур, да? Это типа паркур тоже с ловушками. Ты недавно вот выпускал видосик. Ну да. Я думал, надо в эту белую кашу идти. Ой-ой. Чё она крутится? Нет, я не успеешь. Ну, это же ловушка. Это ловушки, я понял. Я не понимаю, что тут за ловушка. Блин.
Блин, тебе чуть-чуть надо было... А, это типа ловушки, я такой в Майнкрафте видел. Ловушка, это ловушка была, да. Тебе повезло, что... Блин, тебе очень повезло. Ой, к нам зашел. Повезло, ты кому-то... Да, зашел сюда, ну ладно. Ну, думаю, ты понял, что это за ловушка. Да, давай, нажимай. Ты там стоишь такой, на кнопочки нажимаешь. Я смотрю на тебя. Икс-рей сделал себе. Сколько ждать? А, ты сказал нажимай, я думал, ладно, молодец, он обхитрил меня. Я думал, ты сказал нажимай, о, сейчас подожди. Так, сейчас что за ловушка? Я думаю, что сейчас все пропадет. Ну да, но тут убраться легко, тут стенок нету. Ой. О, погоди, я не знаю. Ой, блин, стоп, на красный нельзя прыгать? Нет, можно этот, я убираю в одном из двух коллизию, и ты должен выбрать. Я такой, у двоих убирает коллизию, потом говорит вот одного. Не-не-не-не-не-не-не. Ну, думаю, синий? Ну, я не знаю, убирай. Сейчас проверим. Нет, так нельзя. Не, мы Зэга пожертвуем ради этого. Не надо, нет, так нельзя. О, нормально. Так нечестно. Так честно. Ладно, ты все равно хотел выбрать синий, поэтому... Ну да. Теперь я хочу выбрать синий опять. Нет, да ну нет, ну не надо, ну не надо. Понятно. Не, ну ты сам должен выбирать. Ну блин, я упаду, и потом долго опять идти. Не, я тут поставил коллизию, тебе просто добежать, ну ладно. Ты можешь себе все равно чекпоинт сделать, забраться наверх. Что он там написал? Какой? Нет, убери коллизию, будет веселее падать. А это что же работает, да? А, да. Убрать коллизию, хорошо. Тут в конце две концовки. Будем больно падать. В конце будет две концовки. И тебе опять ой-ой-ой. Вруби заново ПВП. Там в конце будет одна из двух концовок. Погоди! Я уже пробежал. Я забыл активировать это. А куда бежать? Выбирай. Смотри. Похоже на мороженое, значит сюда пойдем. Ах, ладно, молодец. Смотри, ты нажимаешь, и меня тут сталкивает. А, ты уже нажал? Да. Нет. Ну, типа не... Падай, давай, падай. Падай. Больно. Я только сейчас, блин, узнал, я падаю очень долго. Цвет мороженого, понятно. А пойдем сейчас шоколадное мороженое. Ой, тут еще паркур. О, слава богу, я хотя бы через землю не упал. Я живой. А тут типа паркурить надо. А там сверху была концовка. Нет, я падаю. Я только начал проходить. А, там не паркур, а там кто быстрее дойдет до середины, потом возьмет одно из оружек и потом... Ну, просто кто быстрее дойдет, тот победит. Ну, вообще надо убить противника. Давай, можно я попробую? Вырежи этот момент, я сейчас отойду на минутку. Ладно. Загружай заново. Только я, наверное, А сейчас я буду ловушки включать. А, давай. Все, конец. Там, давай я тебе покажу, как пройти на его место. Ой, что тут написано? А что тут убралось? Там же было написано Детран. Ладно, иди сюда, вниз. Куда это? А вниз, сюда. Не, я упаду. Упал молоком? Ты в молоко упал? А, нет. Иди сюда, вниз. Молоко прыгать, окей. Нет. Ой, я в молоке. В смысле, нет, молоко, иди сюда. Ну, куда? Сюда. Что за секретные комнаты одни? Ну, это секретная, просто проход такой. Ну, в принципе, можно сказать, секретный. Ой. В порталы не заходи. Оно само меня закинуло. А, ну, зайди обратно. А, ты сейчас упал туда? Не упал я. Теперь я в коричневый упал. А, в коричневый? Ну, тогда заново тоже то же самое. А, блин, мне ж не бесконечная вода темно. Ладно, блоками тогда. Там человек уже проходит. Ладно, давай, иди. Сюда. Я сейчас попытаюсь обратно вернуться. О, все. Ты где? А, все, ты тут. Хорошо, давай тогда я иду туда. Давай, я сейчас молоко упадешь. Фиксацию выключай и внизу коллизию выключай, чтобы больно падать было. Все, я вырубил коллизию. Так, давай. Можешь использовать несколько... На первом прыжке. Я даже не удивлен. Только начал. Там самый сложный, это первый прыжок. Там надо в максимальную длину. Бедный пират. Мне жалко. Нет, там ничего не сложно вроде бы. Карусель. Чел тут карусель запустил. Да, тихо. Ладно, давай, проходи. Аж мешать тебе не буду. Конечно. Ты прям в бездну прыгнул зачем-то? Ладно, все, включать не буду больше. Пройди. Что за кнопка? Зачем мне тебя ловить? Ну ладно. Да господи, мы, блин, прыгаем, только приземляемся, сразу выпрыгиваем, блин. Сейчас, подожди, пока пират начнет. Ну ладно, давай ты. Начинайте. Все, больше тыкать даже не буду. Да, трогать да, не да, буду. Да. А, все, спасибо. Пират попался. Я думал, ты нажал на печеньку. Тебе хана, пират. А, там он не упадет. Что? Не работает. Это фейк. Давай, идем с
да, понимает, что происходит. Вот этот гол, он перевернутый ходит. Блин, это... маки. Почему я забываю постоянно? Ты прыгаешь? Я назад, я не знаю, я случайно назад нажимаю. А коллизию-то я выключать не смогу, как ты. Через землю упал, классно, не впрыгнуло. Как вы с первого раза это проходите? Ладно, давай я тебе блоки поставлю, а то ты сейчас будешь очень много раз падать. Тут пират уже прошел. Вон, давай, проходи с читами. Так будет лучше. Стой, пока не иди, я на кнопки нажму. Давай, иди. Иди давай. Все, можешь идти. Больше нажимать не буду. Ну, сейчас будет самое веселое. Блин, как это он прыгает? Давай, иди. Выключаю, все, можешь идти. Ну и пират, так нечестно. Давай, иди, иди. Блин, как это? А, типа я нажимаю, ты нормально идешь, перевернуть столько. А ты где? Я тебя вообще не слышу. Шукай на кнопку. Ну, давай тебе два испытания сразу пропустим. Бегите, давайте. Сейчас я тут даже выключу. Ой, пират, так, читер какой-то внизу проходит. И давай, в конце. Блин, как вы так перевернуто бегаете? Ладно, давай, иди. Чшк. Идите как хотите. Чё? А, вы сейчас упадете. Пират, а нет, ты упал, что? Опять? Ну ладно. Я тебя не слышу. Алло, иди, у меня такой. Сейчас. А тебя не слышу. О. А. Все, давай. Давай. Ожидаю, эй, ты читер, так нельзя порталами. Стоп, а как я буду коллизию убирать? Или тебе, или... О, блин. Надо еще или в другую команду идти, или чтобы ты перезашел, чтобы можно было редактировать. Ну, я понял, сейчас. Минутку. Все, да, я капитан. Пускай меня в команду. Давай, тогда я тебе вот тут вот... Прими. Прыгай туда, я тебе там стенку... А, точно. Я тебе, если что, до сих пор не вижу, я тут оставил стенку. Так, сначала мне надо прыгать в бочку с молоком. Ой, я упал в бездну. А нет, я же тебе тут стенки убрал. Проходи просто через стенку. Где стенки? Все, я пришел сюда. Ну, сейчас приду, то есть. Так. Ну, давай убирай на рандом, опять же. Ну, отверткой ты знаешь. Ну, я знаю. Подожди. Только ты зегами не проверяй. Зеги уже. Два зега мы потеряли. Я играю честно. Я играю честно. Я тоже честно. И готов. Давай. Ну-ка. Блин, ах ты. Ставь второй. Я специально к этой синей подошел, чтобы ты специально убрал. Стой, я еще ничего не сделал. Ты прошел, там везде коллизия была, так нечестно. Смотри, все, давай выбирай. И можно, блин. Стой, давай, иди. А что кнопка не работает? А, вот же она. А это вот, да. О, нормально. Крутись. Давай, иди, все, проходи. Хопа. Как ты прошел? И последняя кнопка. Давай. Ладно, отключу. Последняя, ты от третьего лица. Последняя от третьего лица. Смотри. А, потому что там этот. Это только груши. Груши. О, в космос прям. Я дернулся. Аж пугался. А мне вообще ничего не видно. Может, это там прозрачность? Ну да, сейчас я прозрачность рублю. Ты смотришь через стекло, поэтому если через стекло ты посмотришь на прозрачность, там в любой прозрачности будет 100%. О, сейчас бедный 100%. Пират будет. Даже если там 25. Ой, что с ним? Сюда, на бомб. А, да? Стоп, я забыл про ловушки. Эй, короче, давай это... А, так ты видишь. Короче, давай вот так вот, вот так. Стоп, ты куда идешь? А я у тебя сейчас этот... Стой, так нечестно. А, нет, так нельзя было. Иди обратно. Ты же паком не упал. Проходи заново, все. Вот так сделаем. Заново, все. Да там легко будет, я не буду ловушки включать вообще. Ой. Спидран по Майнкрафту. Джетпаком не получится просто. Слишком высоко. Не, я знаю, он замедляет падение. Он же замедляет падение, когда ты этот. А, давай, проходи этот, ну, этим читерством. Нет. Ты оставил ключо на этом, крутилку. А, крутилку? Ну выключи. Так, ну выбирай дорогу. Как я мог забыть? Я исправил. Давай, ТП-6 сюда. Надоело. Кстати. Портал поставь красного цвета. Полностью красного? Да, просто красного. Теперь заходи. Ты красный. Ой. Магия. Стоп, ты упал? Как я так умудрился? Блин. Паркури. Раньше я, когда я был с другими друзьями, я это просто... просто. Ну. Ага. Именно сейчас перед Ютубом такой. Блин. Что ты делаешь? Ладно, пошли в коричневый портал. А нет, ты в другой иди, не в этот. А как в другой, мне только падать. Не падать, портал поставь. Так, да вот этот вроде коричневый, да? Да, все. Врубай ПВП, а у тебя врублено. Единственное, никто не врубил. Режим 3, 2, 1, начали. Хопа.
Нет, я упал вниз. Иди нет, обратно. Нет, я первый я буду. Я первый. Конфетки кушать нельзя. Но если ты первый до туда дойдешь, все равно надо успеть именно, надо именно убить. Ага. Блин, опять упал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ты читер. Алло, а как? А, я попал, нет? Нет, ты не попал. Косанул. Сейчас не попал. Говорится. Ой-ой-ой. Блин, у меня не берется оружие. Так, тебе надо впритык подойти, не? Не, я ж впритык стою. Вот. Ты у меня тут стоишь. Я даже под нами блоки удалил. Сейчас перезайду. Ты у меня пока стоишь. А, окей. Блин, я так эпично добежал, так эпично взял оружие, так эпично. Ты у меня стоишь тебя. Просто прямо. Эх, сейчас перезайду. Окей. Я типа так пробежал мимо пуль, мимо всего. Не, ну так как тебе мои постройки? Ну, вначале ты там на одного, а потом там на двоих рассчитывал. Ой-ой-ой, ну, тут уже забирается все взорвать. А, коричневый портал уже не работает. Давай, или ничья, или ты победил. Или ничья, короче.